для вязания такой резинки выполняем традиционный заработок. Разбор 1 на 1. Гребенка. И на рабочей плотности провязываем несколько рядочков. Теперь на основной игольнице выставляем в переднее положение иглы через одну. Поставили. Рычаги частичного вязания на основной игольнице включаем и провязываем 3 ряда. Получились накиды на иглах. Отключаем рычаги частичного вязания. Закройте язычки игл, стоящих в переднем положении, чтобы было удобнее провязывать. Подтяните полотно вниз и аккуратненько провязываем 1 ряд. Проверяем, что все провязалось. Еще 3 ряда. Ставим переднее положение следующие иглы. У нас стояла игла вторая, теперь идет третья. Через одну. Включаем рычаги частичного вязания, провязываем 3 ряда. Отключили рычаги, закройте язычки игл, стоящих в переднем положении, чтобы было легче провязывать. Подтянули полотно вниз, аккуратненько 1 ряд. Проверили, что все провязано, еще 2 ряда. Таким образом можно оформить несколько фрагментов узора. И выполняем резинку до расчетного количества рядов. Перекидываем петли на основную игольницу. Опускаем игольницу. Очень красивое оформление. Можем менять плечо и продолжаем вязание изделия по расчетной схеме.